Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Вновь пробил час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. И я, журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Сегодня мы поговорим о призраке национализации, который бродит по России. Ну, есть о чем поговорить. Здравствуйте. Есть о чем поговорить. Недобрым вечерочком, да? Потому что никогда наша страна, никогда наш народ не примирится с результатом большого хапка. Да. То, что создавалось трудом поколений людей. Советских людей. Советских людей. Наших родителей, дедов, прадедов. Часто непосильным трудом. Часто трагическим трудом, как это было с Норильским комбинатом, с Березняками, со многими-многими другими. Было вот так вот по щелчку отдано в собственность людям, которых назначали олигархами. Я знаю случаи, когда назначали против их желаний, как это не смешно звучит. Да? И прошедшее время показало, что олигарх не может, будучи единоличным собственником, эффективно управлять своим предприятием. Мы видим черную металлургию России, которая полностью беспомощна в ситуации падения цен на черный металл. О чем они думали, да? Непонятно, о чем они думали. Это получилось, что хотели создать собственников, а создали временщиков. Мы видим угольную промышленность, которая полностью беспомощна перед падением цен на уголь. Мы видим нефтяников, которые сидят дрожа, ждут падения цен на нефть. И, в общем-то, никаких особых мер по диверсификации развития отрасли не предпринимают. Это не отдельные частные случаи, это коллективное проявление. Люди, которые имеют колоссальные предприятия в личной или почти единоличной собственности, как показывает практика, не способны делать ничего, кроме как в критической ситуации бросаться к государству за помощью. С криком «Вот у меня Пикалёва, сейчас у вас будет бунт, а я уеду в свой замок в Швейцарии, если чего». Речь идет не о том, что справедливо, что несправедливо. Несправедливо. Хотя это тоже речь о справедливости идет. Да. Помните, периодически речь идет, возникает. Да, речь идет о том, что несправедливость, вопреки либеральным завываниям, камланиям и заклинаниям, несправедливость всегда неэффективна. Пока речь шла о том, что олигархия несправедлива, все дружно мечтали как бы самому стать олигархом. Но мы видим сегодня, что олигархия не способна не то что развить, а за редкими исключениями даже сохранить награбленное. Извините, захваченное. Без всяких формальных нарушений действующего законодательства. Возникает детский вопрос, а что же делать? Стандартный ответ – национализация. Но мы видим, что у нас наблюдается с государственной собственностью. Скажите мне, пожалуйста, а что государственный «Газпром» ведет себя лучше, чем негосударственный «Новатек» с точки зрения национальных интересов России? Скажите, а государственный «Сбербанк», он более эффективен или менее эффективен? Но с точки зрения общества он более эффективен, чем негосударственная «Альфа». Скажите, пожалуйста, государственная «Роснефть» и частный «Лукойл», там есть принципиальная разница между ними? Можно говорить, да, нужно оздоравливать государство, чтобы оно начало выполнять свои служебные обязанности. Это правильный путь, и это обязательно нужно делать. Но я говорю о другом. Что ситуация, когда даже в государственных компаниях все решает, или почти все решает один человек, это тоже неправильная ситуация. И вопрос о том, национализация или частная собственность, это вот из нашей серии мы вечно любим открывать Америку на собственных боках. Национальный вид спорта у нас – открытие Америки. А на самом деле этим вопросом озаботилась Европа. Европа нашла ответ, который совершенно не популяризуют наши либералы, потому что ответ категорически не либерален. Там у нас кричат о частной собственности, право на частную собственность, да. Ответ... что частный собственник, он эффективнее государства, вот нам путь. Да, это бред. Исследование 96-го года показало, что частный собственник, 97-го, частный собственник неэффективнее государственного, хотя тогда самые сладкие кусочки отдали частникам, а в госсобственности оставили, в общем, не очень эффективное предприятие. И все равно желаемого результата получить в 97-м году не удалось.
ну, просто добросовестно подошли к исследованию тогда. Но Конституция Германии содержит ответ на вопрос. Очень правильный ответ. Там прямо написано, что собственность должна служить обществу. Вот это да. И неважно, какая это собственность, государственная или частная. Просто да, собственность. Никаких вопросов. Частная собственность священна. Но она священна, пока она служит обществу. Как только она начинает разрушать общество, она превращается в кусок мяса в бассейне с пираньями, она становится врагом, она подлежит уничтожению. И вот это принципиальный ответ, на который мы четверть века закрываем глаза. Может, пора посмотреть на то, что лежит у нас перед носом. Вопрос не в форме собственности. В крупной корпорации не только у нас нет разницы принципиальной между госкомпанией и частной компанией. В принципе, эта разница с точки зрения эффективности значима для среднего и мелкого бизнеса. Для бизнеса крупного принципиальной разницы нет. И поэтому правильных ответов два. Первое. Социализация собственности. Не национализация, не реприватизация. Собственность должна служить обществу. Если собственность антиобщественна, какая разница, кому она принадлежит? Перефразируя Дэн Сяопина, можно сказать, если кошка не ловит мышей, какая разница, какого она цвета, топить надо таких кошек. Если государственная компания за ним проводит антигосударственную политику, ребята, так быть не должно, и это недоразумение нужно исправлять. Если частная компания проводит антигосударственную политику, то же самое. Но если корпорация служит обществу, если она социально, извините за пошлое выражение, ответственна, если ее развитие выгодно и полезно для общества, возвращаясь в Китай, какая разница, какого она цвета? Если крупная корпорация не вредит государству, действует в союзе с ним, в конце концов, в Японии есть частные железные дороги. Правильный ответ дали нам англичане. Компенсационный налог. Достаточно просто оценить, какую часть нынешней рыночной стоимости корпорации добавил олигарх и трудовой коллектив своим трудом, а какую часть олигарх получил даром или почти даром. Важная поправка, взятки мы не учитываем. А нам надо учитывать небольшой перерыв на пару минут. Оставайтесь с нами, давайте, друзья. Давайте послушаем рекламу. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я журналист «Комсомолки» Евгений Чернов. И вот то имущество, которое было подарено иногда 20 лет назад. Ну, думаю, что можно взять залогу аукцион и ими ограничиться, да, на самом деле. А потому что это было такое ключевое событие. Подарок. То, что было подарено. Это имущество оценивается. Это несложно сделать, потому что тогдашняя статистика вся есть. Она примитивна, но она есть. Дисконтируется по какой-нибудь ставке, например, по ставке евро-либор. Ну, не по ставке Банка России, конечно, слишком высока. Но по низкому проценту, чтобы не зверствовать в отношении бизнеса. И дальше определяется сумма, которую владельцы бизнеса должны вернуть. Вам дали, вы поигрались. Прибыль, которую вы с этого получили с оборота, оставьте, пожалуйста, себе, а имущество верните. Если бизнесмен ничего не делал со своим заводом и разрушал его, то это будет реально стоимость завода, ему придется отдать завод. Если бизнесмен развивал завод, но он лишится там 10%, что там стоило в 95-м году в тогдашней ситуации, не так много на самом деле. Для него это будет безболезненно. При этом понятно, что каким бы ни было предприятие, выводить у него деньги из оборота нельзя. Это его обрушит. Если 10% стоимости предприятия вывести из оборота, значит подорвать его. Пожалуйста, не нужно кэш. Не обязательно кэш. Верните пакетом акций. Нет проблем. Можно сказать больше, что это принадлежит народу. И можно этот пакет акций отдать не в государственную собственность, а можно отдать его рабочим. Это вопрос государственной политики. И здесь следующий этап. И о чем говорят очень умные люди уже много лет по всей стране. В том числе люди, которые занимают высокопоставленные позиции в государстве и в бизнесе.
У нас создано рабовладельческое общество по своей природе. Не я начальник, ты дурак, это милые шутки, рабовладельческое общество. Когда мы говорим, ах, гастарбайтеры бесправны, точно так же абсолютно бесправны и обычные работники. Но эти гастарбайтеры, они появились из-за вот этого рабовладельческого общества. Да, да, да. Просто более они не причина, работы. Они не причина, они результат рабовладельческого общества. Конечно, нужно нормализовать профсоюзы, чтобы они исполняли свои функции. А как ФНПР, насколько можно судить, не занимаясь распилом непонятно как у них появившегося имущества советских профсоюзов. Конечно, нужно оптимизировать и государственную политику, должна работать Ростовинспекция и так далее. Есть фундаментальная причина – рабство. Все принадлежит одному человеку, одному олигарху. И дальше он творит все, что хочет. За 10 лет он точно зазнается. Ему сорвет крышу. А некоторые становились олигархами с уже, извините за выражение, сорванной крышей. Они творят все, что хотят. И они не считают людей за людьми, потому что они велики. Это не пороки отдельных личностей. Это порок ситуации, которая дает одному человеку все, а всем остальным ничего. Выход простой. Нужно исправить саму ситуацию. И здесь есть выход, один из выходов в структуре собственности. Если у нас есть законом предусмотрена такая форма собственности, как народное предприятие, когда владелец или генеральный директор, или кто-то еще, не имеет блокирующего пакета, даже 25% минус одна акция. Все остальное разделено между трудовым коллективом. Это люди не рабы, потому что они совладельцы. Да, маленький-маленький кусочек, да, это правда, маленький кусочек, но они совладельцы. И это не позволяет зверствовать в отношении них. И это делает для них бессмысленным разворовыванием своего предприятия. Да? И это позитив. В свое время это было придумано, потому что умные директора заводов на этапе дикой приватизации не хотели, чтобы их убили. Они хотели жить долго. И сделали систему, при которой нельзя захватить завод, грубо говоря, убив директора. Или избив его. Да, и вынудив его, там, взяв в заложники. Они создали систему мертвой руки, при которой невозможно собрать завод. Да, можно скупить ваучеры у рабочих, но когда у него оформлена собственность, это уже нельзя обменять на бутылку водки в подворотне. Даже если рабочий захочет. В этой ситуации, это борьба с рабством. Конечно, если вы сейчас придете к какому-нибудь Дерипаске, скажите, вы знаете, в Пикалево у вас тоже живут люди, он, возможно, вас даже не вполне поймет. Но у нас сейчас, в настоящее время, на наших глазах, закрывается огромное количество предприятий, банкротится, реструктурируется. Очень многие предприятия забираются бизнесменами, которых восстанавливают из руин. Я знаю область, где построено 56 заводов. Экономика сыпется, но это не значит, что все везде умирает. Нет. И можно создать просто механизм реструктуризации предприятий. Когда предприятия реструктуризируются, вместо того, чтобы его закрыть и уничтожить, и людей разогнать, туда заводятся управляющие, команда менеджеров, эффективных, без всяких кавычек. И им говорится, ребят, значит, если вы это предприятие поднимете, вы на всех получаете 25% минус одна акция на вашу команду. Делитесь внутри себя как хотите. 75% плюс одна акция – это делится между рабочими. Чтобы они коллектив. Были вашими союзниками. Не просто потому, что жрать хочется, а потому, чтобы они тоже могли получать прибыль от деятельности вашего предприятия. Да, это выглядит как социализм, но это говорят люди, которых нельзя заподозрить в симпатии даже к простой обыденной социальной справедливости. Это говорят люди вполне рыночные, совершенно циничные. Совершенно спокойно говорит, я не хочу, чтобы у меня были рабы. Я нанимаю секретаршу, мне нужна секретарша. А когда начинает передо мной задирать юбку, ну... И она не понимает, что ей нужно работать. Это базовая проблема общества, социальная. И реформы структуры собственности можно создать цивилизованную Россию точно так же, как другой реформы собственности в 92-м году Чубайс и его компания создали дикую Россию. И это возможность, которая лежит перед нами. Можно
менять экономическую политику. Можно менять социальную политику. Можно говорить, ребята, вот мы закрывали школу 20 лет и больницы. Мы уничтожали социальную сферу, теперь мы начинаем ее развивать. Возрождать. Но, если вы не измените фундамент, знаете, на песке можно построить только барак. Дворец построить нельзя. Завод построить нельзя. Вот нужно из песка рабовладельческого общества создавать нормальный фундамент нормального общества. А для этого нужно дать людям стать совладельцами тех предприятий, с которыми они связывают свою жизнь. И тогда реиндустриализация будет не только слоганом, который независимо друг от друга произнесли два абсолютно несовместимых человека, Путин и Ходорковский. В такой степени несовместимы, что даже, так сказать, в одной стране не смогли находиться. А это станет реальным содержанием не государственной политики, а общественной жизни. Человеку хочется быть совладельцем. Ему хочется иметь кусочек от своего предприятия. Опыт такой. Такой опыт есть в Европе, есть в Соединенных Штатах Америки. Причем он двоякий. С одной стороны, маленькие предприятия, очень много кооперативных предприятий. Например, газета «Le Monde» во Франции, одна из крупнейших газет даже мира и одна из влиятельнейших газет, она принадлежит трудовому коллективу. По-настоящему. Это, по сути дела, кооперативная газета. Банк Raiffeisen очень долго был кооперативным банком. Сейчас просто ему пришлось пройти IPO. Он слишком сильно расширился, выйдя на российский рынок. Германский банк, да, знаменитый. Австрийский. С другой стороны, мы видим крупнейшие корпорации, Boeing. Ну, все крупнейшие корпорации, у которых собственность распределена. Никто не имеет права владеть более чем 1% крупной американской корпорации, ни одно физлицо, если это публичная корпорация. В Японии 5%. Это ограничение установлено законом. Именно не для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо, а для того, чтобы безумие одного человека не было проблемой экономики в целом. Вы, у нас такое ощущение, что экономической политикой психиатр должны заниматься, а не экономист. Именно потому, что если людям дать все в одни руки, эти люди неминуемо начинают так или иначе с той или иной скоростью сходить с ума. Ощущение, вы открываете Америку, когда говорите о Японии, так я говорю, про Америку. Это национальный русский вид спорта. Изобретать велосипед и открывать Америку. Потому что об этом не говорится, потому что это противоречит либеральной идеологии. Это противоречит идеологии «давайте украдем все вместе», «давайте разворуем все вместе». Это же мы-то думали, что в 92-м году провозгласили бухаринский лозунг «обогащайтесь», а на самом-то деле провозгласили либеральный лозунг «разворовывайте». И до сих пор не может общество остановиться, потому что его разворовывают, страну разворовывают эти люди. Но вообще-то уже доворовали, пора останавливаться. Советское наследие. Вот-вот Советское проедят. Наследие разворовали. Пора создавать свое собственное наследие, а то, извините, жить будет нельзя. Ни здесь, ни там. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». Идет откровенный разговор о призраке национализации в России. То же самое со структурой собственности. Пожалуйста, может быть крутой собственник. Но этот собственник в течение года должен не мытьем, так катаньем, доп. Эмиссией, раздачи акций, продажи акций, как угодно, снизить свою долю до 25% минус одна акция. А 75% плюс одна акция должны получить занятые на его заводе поровну. Или там, в зависимости от должностной позиции. Но почти поровну. Можно осуществить эмиссию акций. Ну, то есть это уже можно собрать деньги с трудящихся. Совсем не обязательно устраивать кровавый передел. Мы же все помним фирму ТНК BP. 50% имела одна группа, 50% имела другая группа, и они генерировали добрую четверть новостей российского делового сообщества. Там бандитами друг друга обзывали в западной печати, только не стреляли друг в друга на заседаниях. Понимаете? Суды не подавали. Кому это нужно? Это что, эта корпорация развивалась нормально с таким руководством, да?
И в итоге они за огромные деньги все это продали, с радостным воплем удалили. Зачем тратить огромные деньги? Дорогие коллеги, вы страну подоили? Подоили. Вы ее выдоили до костей. У нас экономический рост, сейчас придет экономический спад. Да, у нас страна выглядит так, как будто война еще не кончилась за пределами центральной кольцевой автодороги. Дорогие друзья, хорош. Музыка кончилась, не надо танцевать дальше, она не начнется. Есть задача выживания в глобальном кризисе. Как будут выживать американцы, это их проблемы. Мы верим в гениальность американского народа, выкрутится. Нас волнует, как мы будем выживать. С такими славными капитанами промышленности, как вы, мы уже сейчас до всякого глобального кризиса выживать перестаем. Значит, извольте вести себя по-человечески. Не изволите, через 10 лет будем вас выдавать Германии. В чем проблема? Это большой вопрос, кому на самом деле принадлежат российские предприятия. Если завтра начнут рассказывать про права человека, то давайте выпустим Рокчеева, давайте освободим невиновных за политические преступления. Есть, можно перебить любую волну. Почему у нас, как только начинается вой о правах человека, сразу все дружно вспоминают мошенников? Ну, объясните мне, почему так? У нас невинных заключенных на 10 лет пропаганды хватит. Вперед. Отпускайте их. В чем проблема? Заодно сделайте доброе дело. Значит, не проплачены эти невиновные... Вы знаете, они не проплачены. Но когда у государства возникает задача выкрутиться, проплачивать не обязательно. Государство – это огромная машина, которая все делает очень плохо. В этом либералы правы. Но есть две поправки. Первое. То, что оно делает, оно все-таки доделывает. Потому что огромная, и она машина. И второе. Есть вещи, которую никто, кроме государства, сделать не в состоянии. Да, очень хотелось бы справедливости, но устанавливать справедливость через кровь, через гражданскую войну, если предложить любому олигарху на выбор его участие в гражданской войне, пусть даже в качестве командира полка, или 25% минус одна акция с трудовым коллективом, который на него молится, по-честному, и который на все готов, потому что вот получили кусочек, и какие-то дивиденды капнут, и вообще это совладелец. Даже можно сказать, что нет, Путин, не Путин заставил. Да, как правильно называется, собрались олигархи, пришли к Путину и сказали, вы знаете, нам очень нравились залоговые аукционы, поэтому их предложили в 95-м году, а в 2014-м, 19 лет спустя, они нам разобрались, и мы предлагаем вам обратно. А иначе мы сейчас устроим забастовку. По-разному же можно. По-разному же можно договариваться. Это же можно представить как жест доброй воли российского бизнеса. И российский бизнес отнюдь не состоит из каких-то негодяев и мерзавцев. Я напомню, один из фундаментальных пороков нашего общества – регрессивное налогообложение доходов. Чем вы богаче, тем вы больше. Чем вы богаче, тем меньше вы платите. Бедные люди платят запретительно высоко. Это российский бизнес 10 лет долбился в правительство, пока не понял, что это безнадежно, с предложением «давайте мы». Не будем брать обязательные социальные взносы от 30 до 36% с бедных и ноль с богатых. Давайте все будут платить по 15%, мы богатые, мы на это согласны. Они готовы были на это 10 лет. Это их государство посылало, потому что чиновники на это не готовы. Но мы-то приближаемся к ситуации, когда край. А для того, чтобы оздоровить общество, знаете, разговоров-то недостаточно. Ему же нужно по-честному оздоравливать. Если вы думаете, что можно из барака построить небоскреб, не меняя фундамента, то вы неудачный архитектор. У вас будет много в жизни приключений, а фундамент – это отношение собственности. Давайте мы народ ограбленных сделаем народом хозяев, народом владельцев. И вы удивитесь, какое, насколько иное выражение лиц мы с вами увидим на улицах наших городов. Насколько проще будет управлять люди? Потому что сейчас что хочу, то и ворочу. И альтернативы бесконечны. Я хочу, закрыл больницы, я захотел, построил больницы. Что нужно? Строить или закрывать? А Бог его знает. А здесь все будет просто. Знаете, демократия, это, она существует в форме выборов только как конечный результат.
Американские президенты, даже ненавидевшие друг друга, говорили: бедный человек не может быть свободным. Демократия существует, когда она опирается на собственность. Это базовые вещи. Так верните собственность ограбленную. И вы удивитесь, насколько узок будет диапазон вашего произвола. Насколько более простые решения придется принимать. И, что забавно, более конструктивно. И маячить призрак оранжевой или болотной, или какой-то революции уже не будет. Собственникам зачем? Не надо. Во-первых, это не нужно собственникам. Во-вторых, собственникам не нужно устраивать революции, чтобы повлиять на начальство. Им достаточно проголосовать на совете акционеров или на заседании трудового коллектива. Все. Ведь во многих странах зарплата генерального директора не может быть выше, условный лимит, там, по-моему, 10 раз, чем средняя зарплата работников и инженеров на его предприятии. Не более чем в 10 раз. Не более чем в 10 раз. Хотя он, конечно, напрягается и ведет. Он напрягается, но зато он живет в безопасном обществе в результате этого. Когда разговариваешь с нашими богачами по прогрессивной шкале подоходного налога, нет, я не хочу. Я не хочу платить даже 30% со своих доходов. Подожди. Скажи, пожалуйста, а сколько ты тратишь на безопасность себя и своей семьи от текущего дохода? Говорит, ну половину трачу. И не всегда это спасает. И говорю: так, дорогой, а ты будешь жить в безопасном обществе, где-то половина останется у тебя. Говорит, ну тогда я готов, тогда, говорит, я еще сэкономлю. Потому что сейчас-то я плачу 13% плюс половину оставшегося. А так это все будет. А можно еще добавить медицину, здравоохранение, частное образование и все остальное. И если выяснится, что государство начнет исполнять свои обязанности, как Алферов сказал, да, учить, лечить и защищать, то прогрессивная шкала подоходного налога окажется феерической экономией даже для тех, по кому она теоретически должна удариться всей дури. Даже для богатейшей части общества. Почему нет? Это возможно. Это невозможно было 2 года назад. Это было невозможно в минувшем 2013 году. Потому что никто не понимал, что мы стоим на краю. В 2013 году поняли. И в этом году это возможно. Угу. К этому нужно двигаться. После Олимпиады. После Олимпиады, или после начала экономического спада, или после какого-нибудь феерического залета очередного нашего деятеля. Мы же не знаем, какая именно соломинка сломает спину либерального верблюда. Мы просто знаем, что верблюд сдохнет. Потому что нельзя уничтожать здравый смысл и уничтожать страну, и при этом оказываться в безопасности. На этой оптимистичной ноте мы завершаем час Делягина. Счастливо. До свидания, друзья. До новых встреч в эфире через неделю. С вами был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я журналист комсомолки Евгений Чернов. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».